Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Sekiro Shadows Die Twice. Мне тут ребята подсказали, где искать то, что мне нужно, по идее, это где-то вот там. Где я нашел вертушку? Ребята, магия монтажа. Получается, все, я забыл про один проход, про вот этот вот. Черт, как я мог забыть про него? Обида, печаль, грусть. Вау! Тихо, друг мой, я тебя понял. Это можно, по идее, было наступить. Ух ты, черт! Дядя, ты чё там? Ой-ой-ой-ой-ой, подожди назад. Так, у него бомбануло, по ходу дела. А, у него мувсет такой же, как я понимаю, да? Опс. Твою-то мать, серьезно? Встаем. Это работает, кстати, на нем. Еще один удар такой. Разобью, разобью. Нихера. Чё, серьезно? Он что, бессмертный, что ли? Я понять не могу. Как его убить? Все, ребят, я снова на месте, давайте пробовать. Я уверен, что это можно сделать. Только как, пока не пойму. Как-то же это возможно, по-любому. Может уже заходить сзади для нанесения смертельного удара. Назад. Мне кажется, через несколько раз я разобью его броню. Черт, быстрее! Нихера! Скинуть его, скинуть точно! Блять, тупанул! Давай! Почти, почти. Охренеть. Вот, ну это круто, это прям вообще супер. Прям молодцы, Фромы. Закончилось. Давай, подходи, сука, вот сюда поближе ко мне. Давай, 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 давай. Черт, давай, тихо, не, тихо, 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 тихо. Да твою-то мать, вставай. Мы не падаем духом. Ну, только иногда. Полетел, сука. Нет, это было круто. Это отличная задумка была. Потрясающе. Фромы красавцы. Слушайте, прям такой железный голем из Dark Souls.
бусины из щеток и дыхание природы тени. Пассивный навык, восстанавливающий концентрацию при успешном выполнении смертельного удара. Синоби должен быть готов биться в одиночку против многих. Убив врага, следует выдохнуть, изгоняя из себя всяческое сожаление и укрепляя себя, чтобы восстановить концентрацию. Чем опаснее были противники, тем ценнее передышка. Интересно. Вот мы, ребята, у нового идола. Круто же. Магнетит еще пригодится однозначно. Нет, ну это прям было круто. Я что-то прям в восторге. Это реально классно сделано. Так, смотри, у нас тут кто-то есть? Какой-то... Погоди, стоп, знаешь, что давай сделаем? Вот это вот, наверное, пока уберем. Я этой штукой пользовался, просто это не попало в видео, ребята. Все? Что у нас тут имеется? Вот у нас куча монахов. И мне еще сказали, тут где-то неподалеку есть еще типа мини-босс какой-то интересный, от которого многие убегают. Ну давайте попробуем. Минус один. Вон еще вижу ребяток. Стоять! Где еще? Вижу внизу. Вроде чисто. Что-то монахи вообще быстро улетать начали. Смотри. Это не сломать. Это просто, чтобы сюда постоять. Вон там что-то я упустил все-таки. Предлагаю подняться и забрать. Черт! Ну-ка, иди сюда, засранец. Его можно? А, можно атаковать их. Мне там написали об этом. Да, точно, я забыл. И... Драгоценная чешуя. Яркая чешуйка драгоценного карпа. Для обычного человека это лишь красивая чешуя. Но по слухам есть поклонники некоего совершенства, что ценят эти чешуйки чуть ли не выше всех ценностей мира. Лучше приберечь их на случай встречи с ними. Мне говорили, что в воспоминаниях есть некий персонаж, который за эти чешуйки торгует. Прекрасно. Очередная чешуйка. Ну давай же, ну. Вот так давай сделаем. Смотри, сразу плюху заберем, потом сейчас вернемся. Пригоршня пепла еще. Там еще где-то враги были. Мне так показалось. По крайней мере, там были стрелочки. Либо там еще один кар был, либо хрен знает. Ладно. А, понятно, собака. А, леденец Гакана. Знаешь, что давай? Давай, наверное, сейчас наверх, вот здесь. Ну давай же, ну твою-то за ногу. Стоп, вот отсюда можно, по идее, да? Вот. Как-то странно иногда это работает. Глиняный осколок, ну капец. Конечно, положили лут, так положили. А я там был, я оттуда пришел, все верно. Давайте спускаться. Вот еще вот здесь что-то у нас имеется. Куча трупов, заметьте. Уже не первый раз такая история. Восполним хпшечку. Таким вот образом интересным.
шар трофеев. Нам еще нужно достать рис и принести той бабке. Может быть, она что-нибудь расскажет интересного? А это с другой стороны мы оказались как раз-таки, да, с другой стороны моста. Круто. Давай спускаться. Как-нибудь вот сюда. И все. А вот, смотри, какая-то плюха наверху. Видимо, это можно было сделать с другой стороны, да. Одного достаточно. Дрожже. Где? Все. Да, это можно было спокойно отсюда спуститься. Хорошо. По-моему, там где-то тот самый находится мини-босс, про которого мне говорили. И как-то, заметьте, странно выделено, да? Будто с этим можно взаимодействовать как-то, но... Мне кажется, это не так. Просто раньше в играх объекты интерактивные выделялись. Я не помню, с чем это связано, но с какими-то техническими ограничениями. Ой-ой-ой, что я делаю? Ой, беги-беги-беги. Наверх? Ой, это наверх, мы нажимаем вверх, чтобы подлечиться. Погнали. А, у меня закончились эти эмблемы духа, черт. Отдыхай, товарищ. У меня уже там очков навыков достаточно. Нужно будет, понятное дело, все это дело использовать. Хурма. Опа. Спелая красная хурма. Так и просится в рот. Временно позволяет восстанавливать концентрацию даже во время атаки или получения урона. Хурма осина особенно питательна. Возможно, потому что деревья растут у очень чистой воды. Хурма становится кровью. Кровь становится рисом. Это может помочь тому, у кого мало крови. Ха. И... Что-то еще у нас вот здесь? Шар духов очередной. Что-то я их вообще не использую. А, тяжелый кошелек. Ну и вроде как здесь у нас больше ничего. Только там вон можно подняться, смотрите. И все вроде. Давайте так и поступим. Какая-то хижина мне нужна, мне сказали, для того, чтобы этого, собственно, мини-босса с этим мини-боссом встретиться. Ну нифига не видать, видимо, это просто для того, чтобы по стелсу их убить, правильно я мыслю или нет? По всей видимости, да. Хм. Ладно. Значит, видимо, это не то самое место, о котором я подумал. То место рядом с храмом, как раз таки. Вот тот самый храм, правильно? Вот здесь у нас домик слева. Здесь ни хрена нет, мы все уже осматривали. Идем куда-нибудь. Смотрите, вертушки опять. У меня есть, получается, белая и бело-красная. Смотри, вот здесь, мне кажется, тот самый домик. Но погодь. Или нет, или да? По-моему... Я здесь был, нет? На крышу же я могу прыгнуть, правильно? В конечном счете, просто где я окажусь, мне интересно. Опа! Статуя Будды. Тут, если что, можно подняться. Спускаемся. Вот, видимо, тот самый враг. Вот про него мне, наверное, говорили. Закончилось. О, здрасте, друг мой. Да ёб твою за ногу, серьезно? Бежим. Воу-воу-воу, дружище, перестань. Охренеть, стоп. Да что ты будешь делать? Текаем. Надо сначала мелочь порешать здесь. Черный порох пригодится. Так, тут только один враг по ходу дела. Давай наверх. Благо, что он за мной не может перемещаться.
Смотрим. Какие варианты? Вон, вижу, да. Да черт! Что-то дичь какая-то вообще. Просто постоянно атаки за атакой. Ребят, атака за атакой. Что за херь? Чё-то нифига понять не могу. Какая здесь тактика вообще? Может быть, суть в том, чтобы использовать окружение, чтобы его убить? Мне кажется, не зря мне позволяют так перемещаться свободно здесь. Типа, чтобы я ушел от его атак. А потом спрятался, я не знаю, и тихо просто его убивал. Но он меня продолжает видеть через стену. Круто. Но это не просто так сделано. Забираем. Он продолжает меня видеть. Это очень странно, кстати. Беги. Нет, в лоб отбивать его атаки — это глупо, мне кажется. Бесполезная затея, ибо там атака за атакой. Всего не отобьешь. Побегаем сейчас и что-нибудь придумаем, я думаю. Вот отходит сразу. Понимаешь? Он не дает даже атаковать. Сейчас жахнем. Хотя бы нужно одну полоску снести, а потом уже что делать? Ну, что-то приду, что-то придумывать. Но он продолжает меня видеть, это очень странно. Что-то разрабы не доделали. Искусственный интеллект здесь. Все, вроде как остыла эта херня. Вот как, через стену просто, ребята, видит. Это какая-то серьезная недоработка искусственного интеллекта. Да твою ж за ногу, блин. Ну это вообще какая-то херня неадекватная. Беги, 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 беги. Присел. В безопасности, прав я или нет? Подожди, может быть есть... Слушай, мне кажется, появилась отличная идея. Я понял, смотрим. Но у меня не хватит этого. Вы поняли, духов. Давай тогда по-другому сделаем. Пригоршня пепла. У меня масло, может, можно было спалить? Но я не взял огнемет. Понятно. Так, ладно. Вот так, наверное. Давай попробуем, почему нет. Сейчас восполню ХП и будем пробовать. Сначала лечимся, ибо оно это слишком опасно, то, что я сейчас планирую сделать. Давай тогда сразу вот так. Тихо. Стоп, стоп, стоп.
Тихо, тихо, тихо. У меня очень мало здоровья. Еще есть дрожжа одно только. И еще у меня другая хрень есть, смотрите. Я не знаю, тратить ее или нет. Не хотелось бы, но... По всей видимости, придется. Слушай, леденец Гатиина, она же позволяет мне... Сейчас, секундочку. Заглушает звук и скрывает ваше присутствие. Давай попробуем. Может, поможет? По-моему, это нихера не работает, не? Типа, да, Дмитрий, мы знаем, что ты очень хитрый парень так-то. Но не хитрее разработчиков, да? Нет, видит, ребят, хоть застрелите. Я не знаю, в чем проблема, как это работает. Это очень странно, мне кажется, это просто недоработка искусственного интеллекта. Хорошо, хорошо. Значит, у нас такие еще варианты имеются. Смотри, шар воскрешения позволяет... Так, понятно. Нет, нет, нет. Хурма, божественная трава только если. Она восстановит мне хп. У этой твари еще больше половины полоски хп, поэтому я даже не знаю. А что если сделать несколько иначе? Надо поближе подойти. Тогда я смогу сверху зацепить. Да твою мать. Блять. Беги. Все. Ну получилось, в принципе, это рабочая техника. Сейчас будем сверху кидать пепел, но его мало осталось, сразу говорю. До конца битвы не хватит точно. И тем более вот в такой позиции я не смогу уже добраться до этой херни. Ну, давай рискнем. Беги. Стоп, давай все-таки применим ту херню уже, фиг с ним, че ее беречь. А то я как обычно потом что сделаю? Буду беречь это до самого финала, как божественное там, как там называется, благословение или что там, это водичка из Dark Souls. И так ни разу ее не заюзаю. Сдают, значит надо использовать. Все, прекрасно, божественная трава помогла. Теперь, где эта херь? Пойдем. О, последняя, давай. Беги. Так, вот теперь херово все вообще. Давай запрыгивай куда-нибудь. Это какая-то жопа, я вообще не знаю, что это за враг такой дурацкий. Где? Ну ты представляешь? Ну тут буквально на пару ударов, я не имею права проиграть. А давайте смотреть, что у нас еще имеется. Что это такое? Взяв ее в ладони, так, вы восстановите единицу воскрешения. Но у меня, по идее, единица воскрешения... Давай сейчас, давай, давай восстановим, хер с ним. Че лежит предмет без дела, правильно? Нельзя. Ну ладно. Ну что, рискнем? Ой, пиздец тебя, сука. Да твою-то мать. Я могу встать, пожалуйста, скажи, что могу, могу. Да блять, серьезно, да не может такого быть. Да сука. Да это вообще какая-то жопа, я не понимаю, что это за бред. Да твою мать, да это же жопа какая-то. Чё происходит, блять? Я не успеваю, он постоянно атакует. Постоянно, блядь, атакует, тварь. Хорошо. Идешь ко мне, сука, давай.
Давай, блядь, да сука, да что ты будешь делать? Все норм, живем, но я почти эту тварь убил. Собственно, тактика ясна. Только надо с мелочью разобраться, потому что мелочь поганит всю картину. Точнее, всю малину. А, всю картину. Ну и картину тоже. Блять, закончилось, черт! Как не вовремя-то идти колотить? Я уже почти был у цели. Надо немножко хп восполнить, я считаю. Так, надо как-то... Да что ж ты будешь делать? Ну-ка, отлично, просто замечательно, я считаю. Давай сейчас используем предмет. Смотри, это мы убираем. Наверное, это сейчас я использую. Погоди, где там была эта херовина, которая позволяет мне снять огонь? Хотелось на себя маслом плеснуть, наверное, чтобы уже все просто не мучиться сразу. Вот, порошок огнестойкости, да? Все правильно? Леденец Ака сразу, давайте. Статуэтка Дзидзо. Порошок... Подожди, я не поставил порошок, что за фигня? Я ж поставил. Вот. Это мы сразу убираем сразу это отсюда. Вот так делаем, да? Чтобы много всякой херни не стояло просто. Давай наверх теперь. Да стой же ты, блядь! А-а-а! Беги, 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 беги! Еще, ребята, есть один пепел, и я смогу нанести смертельный удар, если очень постараюсь. И еще у меня есть, ребята, немножко этих фейерверков, петард, точнее, а не фейерверков. Давай! Есть! Охренеть, ну наконец-таки, блин, наконец-таки. Желтый порох, зернышки янтарного цвета, образующие основу для мощного пороха. Ценный химикат, добываемый только в опустившейся долине. Используется для улучшения огнестрельных инструментов синоби уровня выше среднего. Желтый порох мощнее черного. Враги, пытавшиеся взять штурмом опустившуюся долину, убеждались в этом сами. И бусинка отчета. Круто. Вот и все. Ну, наконец-таки, черт, это было длилось целую вечность. А, черный порох очередной и вся, что ли? Не, ну это было сложно, действительно сложно. Я не знаю, может быть, к этой твари просто нужно приходить с прокачанным инструментом. Но, блин, как же сложно. Давай подниматься. О, здрасте. Спасибо за здоровье. Смотри, у нас вот там тропинка какая-то есть интересная. Давайте... О! Черт, благо здесь убиваются собаки с одного удара, ребята. Просто повезло. Шар духов, опять же. Погнали наверх. Мне кажется, по этой тропинке можно было просто сюда прийти. Правда ведь? А не прыгать по крышам. Здрасте. Охренеть, меня отпиздили монахи. Круто. Зашибись зашел. Молодец. Все, ребят, короче, я здесь все зачистил. Но меня положили разочек на лопатки, к сожалению.
Отсюда мы не зайдем, но я знаю, откуда мы сможем это сделать. А конкретно вот отсюда. Тихонечко. Минус один, там он еще второй, давайте. Там еще ты, ты хрена, вот ненавижу этих мелких засранцев. Там кто-то мне еще говорил топором вот по этим бить. Ну-ну. Тут пока замахнешься, получишь по башке. Я уже пытался там делать это в другом месте. Лучше всего рубить именно с длинной шляпой топором, но не этих. Абсолютно бесполезная тактика. О, здрасте, ребята, что-то вас тут до хрена. Теперь вы, товарищи. Последний. Все. Забираем монеточки. И вот там у нас опять бессмертный, что ли? А, кусок воска. Это получается уже все, я видел. Но эта херня бессмертная, мне кажется, нет смысла ее убивать, или же все же есть. Так как вполне вероятно, что у этой твари может быть меч. Я, конечно, не уверен в этом. Черт! Спокойствие. Нет, это так не работает, я тебя понял. Давай лечиться. Сука, какая же сука, а? Нет. О, еще и здоровье восстанавливает. Ни хрена ж себе. А можно парировать? Ха-ха-ха. Наверное, можно, но это надо осторожно сделать. Но это опять же не убьет эту тварь. Это я уверен в этом 100%. Эта херня встает. Здесь опять же, смотрите, как будто бы их приносили в жертву, да? Но нам не сюда. Нам нужно в совершенно другое место, мне так кажется. Легкий кошелек. Вот смотри, здесь есть дорога. А с той стороны что-нибудь у нас имеется? Не вижу. Там мы внизу были. Вот монахи. А, вот здесь меня, кстати, загасили в прошлый раз, помните? Тихонько, давай наверх. Что-то на изях вообще. Да чтоб тебя, где эта собака? Там еще бегут, да? Мы можем от них уйти или подождать и убить. Я предлагаю подождать. А, нет, это другой, это враг. Стоп, давай мы его тихонечко зарежем, наверное. Воспользуемся стелсом. Ждем. Падай, дружище. О, здрасте. Я, кажется, знаю, там один враг точно из третьего дарка, 100%, который со щитом.
Давай-ка, что мы сейчас сделаем? Смотри, вот эту штуку мы поменяем на топор. Пригодится. Погоди, а я что-то не пробил-то... Не пробил, по ходу дела. Почему не могу разбить? То есть почему-то топор не работает вот именно на вот эту херню. Так, погоди, сначала давай разберемся с теми двумя засранцами. Да, блядь! Автоприцел, иди нахер, а! Сука! Как же бесит меня автоприцел в этой игре. Это просто что-то невероятное. Они пробили дно просто им. Да, блядь, серьезно? Там еще один наверху. Нет, отсюда не достать. А вот отсюда, да. Тебе очень не повезло, друг мой. Ну вот только как его загасить? Слушайте, давайте лучше спрячемся. Я предлагаю спрятаться все же. О, ясно, нет, идите в жопу. Он меня вроде из виду не потерял. Что меня слегка печалит. Вон. Давай, дружище. Пошли загасим того щитом. Может быть, конечно, с него что-нибудь интересное упадет, хотя я в этом сильно сомневаюсь, должен признаться. Но все равно, давайте лучше зачистим. Как говорится, все равно ничего не потеряем, правильно? Сейчас пускай он подойдет сюда. Я зайду за спину, только непонятно, почему не могу разбить топором его с такой щит. Опа, а мы куда идем, друг мой? Дружище, ты что-то путаешь, не? Да твою-то за ногу, а? Ладно, хер с ним. Черт с ним. Заметил он меня, я не знаю, почему он пошел в кусты. Как будто бы знал, что я там. Это что еще такое? О, это тот самый. И он смотрит прямо на меня. Что-то чую я недоброе, товарищи. Что-то нехорошо. Все как-то пошло. Бежим! Вот их я не знаю, как убивать. Буду опять, ребята, ловить на это самое. Пока, когда они отвлекутся. Потому что так, в честном бою, я не смогу этого сделать. Я пытался уже. В прошлый раз, когда бежал до храма, я сталкивался с этими уродами, но что-то как-то так и не получилось у меня справиться с ними. Еще двое? Стоять! Какого хера еще двое? Там же был только один. Все, вроде теперь он нормально все с ним. Он убрал оружие, поэтому по-любому и музыка прекратилась. Можно его, наверное, прирезать теперь. И последний паренек. Я надеюсь, что он последний, конечно же. Да твою ж за ногу, ты задрал меня уже.
Слушай, я предлагаю петардами просто, потому что, ну как его пробивать? Можно, конечно, встроенным зонтом. Да не, ну нахер, он слишком резкий. Он меня сейчас убьет просто. Я не знаю подхода к этим врагам. Просто не знаю. О, смотри, а это дерево я раньше не видел. Все? Попустило вроде. А он в мою сторону смотрит, получается, правильно? А, вон он. Ну вот что такое? Я вообще здесь прячусь. Вот смотри, он просто вот все время настороже. Я понимаю, как бы типа это реалистично, кто-нибудь скажет. Но это сломанная механика. На самом деле называется. А не реализм. Давай, 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 давай. Получается, сука. О, слава тебе, Господи, получилось. Большой кошелек. Кошелек до краев полный сен. Открыв его, вы заберете лежащие там монеты. Этот кошелек тяжел настолько, что вызывает на лице у волка некое подобие улыбки. Деньги из этого кошелька не теряются после смерти. О как. Может быть, про этот кошелек мне писали, что он дает 1000? Может быть, кстати. Вот, я так понимаю, вход в храм, правильно? Просто там точно с парадного входа это сделать невозможно. Бессмертная. О, черт. Дрожа. Тихо, 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 тихо. Тихонько, ребятки, тихонько. Все хорошо. Все зашибись. Там что-то есть. И мне кажется, я знаю что. Присаживаться не буду, чтобы не респать врагов. Бежим. Все норм, все хорошо. Давай залезем наверх и посмотрим, что же там лежит. Точно ли это меч или что, или что-то другое? Там вон еще плюха, смотрите. Статуэтка Дзидзо пригодится, хорошая штука. И вот, наверное, тот самый меч. А, нет, божественная капля крови. Хм, окей. Кусок воска. Ну, здесь я эту сторону я видел, по-моему. Но опять же, ничего, никакого меча. Чё за фигня? А, вот что-то здесь. Зима. Соруго 3匹. 1つ во короко. Mm-hmm.
Колокольчик чертога Морока. Старый бронзовый колокольчик может использоваться многократно, если позвонить в него, и обезьяны, и волки вернутся туда, откуда пришли. При этом обезьяна, пойманная в ширме, никуда не сбежит, даже если зазвонит колокольчик. Обезьяна в ширме? Что происходит? Что это такое? Мне нужно поймать обезьяну? Я прав? Погоди, колокольчик, давай поставим его сразу. Я думаю, что он нам пригодится. И еще нужно, наверное, поставить дрожжей сюда. А как обезьяну поймать? Ее просто убить, что ли? Ее просто убить? Вот следы, вижу. Там вон какой-то колокол. Чё-то нифига не пойму, что происходит. Какая-то наркомания. Это не я оставляю следы. Это что такое? Вон, вижу. Все? Ага. Это типа только был один раз. Нужно тихонько подкрадываться и убивать. Такая мини-секция со стелсом. Ну, допустим. Но опять же, я не вижу ни одной обезьяны. Где-то, может быть, внутри? Просто еще такое чувство, будто меня кто-то преследует. Стоп. Угу, понял тебя. Хорошо. Ты кто? Сонатаму. Коно генроу ни майои комаре машта ка. Соште симей о мочи. ここを出たがっている。ああ、それならば、屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば、巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は、見る猿です。目がよく、遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら、近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。代々着物の猿は言う猿です。目も耳も特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして、猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は聞く猿です。耳がよく、遠くまでよく聞こえ、よく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい、そんな風に感じるのです。そういえば、かつてあなたと同じく使命ある者がおりました。
しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ。Ну там получается одна ширма пустая, что довольно странно. Осталась последняя обезьяна, самая робкая. А шум водопада оглушает, кроме него тут ничего не слышно. Ага. Понял тебя. То есть можно здесь спокойно бегать, если что. Но здесь обезьяны нет. Может быть, сюда ее нужно загнать, чтобы прежде чем убивать. Сейчас давай тихонько осматриваемся. Пока я что-то не вижу. Какая-то загадка тут очередная у нас. Интересно, интересно. Голый огонек на ветру. Когда он гаснет, тут темно, как ночью. Ну понятно, тут мы выйти не сможем. Это точно. Теперь здесь темно, как ночью. Видимо, я зачем-то это сделал. Ладно, идем дальше. А ниже находится бездна, у нее не видно дна. Выше находится тьма, а там не видно ничего. Круто. Стоп! И вот следы. Преследуем. Потерял. Ну погоди. Это же там еще не все, 100%. Тут не... Стоп. Где-то вот там. Где-то вроде вот здесь. А, звон этого колокола оглушителен. Если постоянно звонить в него, звенеть будет и голова. Это меня куда приведет? Но осталась последняя, она была рядом со мной. Желтые следы оставались. Блин, как же так и упустил-то? Стоп, где? Вижу. Вроде все. Вон. А ну стой! Да блядь, не то! Вижу. Потерял след опять. Да чтоб тебя. Обида, капец. Ну вот прям буквально победа у меня была в руках. Но последний раз видел на дереве. Последний раз на дереве. Может быть, вернется обратно. Где-то там. Где-то вот рядом со мной. С другой стороны давай обойдем. Может быть, сможем добраться до нее?
Да хер там, где вход? Не могу понять. Да чтоб тебя! А ну стой! Есть! Получилось! 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 Ура! Блин, это было тяжко! Это было тяжко! Казнь синоби. Обезьяна в ширме. Хм, получил трофей. И что дальше? Воспоминания. Храм обезьяны. Память о битве с редким противником, оставшаяся в сердце волка. Медитируя у идола резчика и пережив битву заново, можно навсегда увеличить силу атаки. Обезьяны в ширме были стражами чертогов Морока и друзьями божественного дитя. Нет, ну интересно, интересно. Бой странный, конечно. Техника кукловода. Техника ниндзюцу, позволяющая управлять жертвой как марионеткой, расходует эмблемы духа. Активируется после выполнения смертельного удара сзади. Эта техника временно оставляет в нашем мире дух, который должен был его покинуть. Жертва будет исполнять приказы кукловода, но потом все равно должна будет умереть. Интересный поворот событий. Перейти в чертоги Морока. Вот, у нас очередной идол. В таком случае давайте, ребят, на этом мы с вами и закончим. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Кроме того, не забывайте подписываться на канал, на Telegram, Facebook, Twitter. Там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал, там выкладываются записи трансляций, если вы их пропустили. А на сегодня все. Всем спасибо, всем пока.